Ребят, это свершилось, я не могу сдержать эмоции, потому что когда ты сама получаешь мерс, это одно. Когда начинают получать твои люди, это просто невероятно, я настолько рада, я настолько горжусь вообще. Поздравляю Вову, я поздравляю всю его команду, потому что это заслуга общая, это заслуга всей структуры, они работали вместе, и я надеюсь, что скоро в моей команде будет очень-очень много мерседесов, и я получу скоро второй. Эмоции меня переполняют, я обязательно сделаю прямой эфир и расскажу, как также можно получить машину абсолютно бесплатно, в подарок от компании, так же, как получила я, так как сегодня получил мой человек, завтра получают еще мои люди тоже машину.